Физкульт-привет, это река Десна, у нас сегодня начало октября. Дождей как не было, так и нет. Мы просто так гуляем, просто чтобы подышать свежим воздухом. И тут уже нашли, в принципе, штук 6-7 вот таких вот грибов интересных. Ну, мы считаем, что это грусть тополины, скорее всего. Такой плотный, хорошо сидящий в земле гриб. Млечник, из рода млечников. Ну, он годится больше для засолки. И мы их пока соберем ради интереса и попробуем засолить. А потом я расскажу.